Ближний конец нити фиксируется кровеостанавливающим зажимом и обвивается вокруг сомкнутых браншей второго зажима. Далее концом второго зажима захватываем дальнюю нить, формируем и затягиваем первую петлю. Аналогичным образом формируется и затягивается вторая и третья петли. А подактильный способ удобен для завязывания коротких концов нитей при наложении швов атравматичными иглами, когда необходимо экономить швовный материал.